Бонжур. Здорово. Софи. Для американцев мое имя звучит странно. Надо говорить так. Флор. Простите, у меня сейчас нет слов. Спасибо, что узнали о моей подруге. Мейнлисте, теперь ты в царстве Божьем. Так, те документы, что вы нашли в лаборатории, пока искали Фифи, Арми де Арбере Фифи, в них содержатся сведения о четырех загадочных артефактах, в том числе о каком-то настроечном устройстве из тайного хранилища Даат-и-Худ, где прятался ваш отец. Прошу, сходите, принесите их нам. Возможно, они помогут в борьбе с нацистами. Хелюк. Да? Привет. До отъезда. Эй, дело есть. Знаете, Брудер 3, мы внедрили четверых смелых бойцов в научный центр нацистов, чтобы стащить секретные технологии. Но связь прервалась. Прошу, верните их и то, что они нашли. Хорошо? Ну, я надеюсь на вас. Эдьен, как все? С помощью кода мы прекратим пропагандистские радиопередачи. Нацисты больше не смогут отравлять умы парижан. Браво, Лефий! Истинную красоту Парижа не описать словами. Вот только нацисты решили, что зло, как бы сказать, сильнее красоты. Они утыкали наш город памятниками в честь своего вонючего Гитлера. Жилипиздан Лизье и Жекраш Сюрсатомб. Если будет шанс, снесите все статуи Гитлера, какие увидите. Пусть узнают, как мы любим их дохлого фюрера. Я так рада, что вы нашли свою... Что нового для меня? Жюлья вернулся целым и невредимым. Мерси, Лефи. Мерси. Поговорите с ним, как будет минутка. Дакор? С тех пор, как мы разрушили Брудер 3, нацисты ведут на нас охоту. Нельзя, чтобы нас нашли. Прошу, сходите в башню. Уничтожьте все собранные ими вещдоки. Мерси. Как дела? Принесли что-то полезное из лаборатории. Вы? Здрасте. Под Нувелле. Новостей нет? Прекрасно, Лефий. Благодаря вам наши бойцы смогут быстрее уничтожить цитадели. А, Бен, бонжур. Птифий, вы знаете Обер-Ассасина? Злобный генерал Атар Брандт создал его в 1975-м, чтобы тот нашел и перебил всех повстанцев Парижа. Он еще жив. Продолжает охоту. Дерзайте. Убейте эту тварь. Удачи. Оп-оп-оп, он не ба. Когда-то я работал в клубе моего Анна. Что нового?
Обалдеть! Я так рада, что у вас все получилось. Вы мои девочки, вы просто сокровища. Вы в курсе. На той неделе нацисты казнили нашего лазутчика. Он успел подготовить подробный отчет. Сейчас отчет лежит в шкафу с вещдоками в Брудере 1. Ступайте. Вам нужно найти этот шкаф и забрать отчет. Эти данные могут все изменить, понимаете? Удачи, девочки! Салют! Привет! Я знала, что у вас получится. Борьба еще не окончена. В этой вашей книге такие дыры в сюжете, что провалиться можно. Или... Вот. Например, что случилось с гусем баронессы? Мы пойдем до самого конца, да? Мы остановим нацистов. Нужно благоразумие и терпение. Я здесь, чтобы бить нацистов. Сарабьян? Здрасте.